Город – это дома, улицы, люди и ощущения. Именно их можно увидеть на картинах ивановских художников, которые в день 95-летия губернии организовали выставку городских пейзажей. В процессе формирования выставки мы решили немножко изменить нашу тему. И не только городской пейзаж, но и населенные пункты Ивановской области. Потому что художники работают не только в городе, но и в различных населенных пунктах. Работ принесли очень много художники. На одних – умиротворенные деревенские пейзажи, на других – агрессивный городской ландшафт. Проходя от картины к картине, замечаешь изменения, которые произошли в городе. Выставка – ретроспектива жизни Иванова. Картина Ольги Качер называется «Зима в городе». Выполнена она в технике пастель. Это вид из мастерской, очень красиво было, когда прошел первый снег. Освещение такое плотное, небо темное. И, как обычно, все это затихает очень в городе. Где-то когда-то машина пройдет. То есть уже не просто, еще не зима, но как бы уже ожидание того, что вот все, природа замерла. Вот какое-то ощущение вот такой, какой-то тишины внутренней и внутренней такой вот природной сосредоточенности, что ли. Наш город вдохновляет художников. Они отмечают, что здесь очень удобно жить и творить. Служители МУС постоянно находятся в состоянии вдохновения. Им важно подпитываться от окружающей действительности. Автор этой картины «Маслом на картоне» выразил свои ощущения. Я же ведь не очень много пишу пейзажей. А в основном занимаюсь какими-то другими вещами. А тут в данном случае пейзаж. И работа называется «Неизвестная провинция». Я так думаю, что это что-то наше, родное. Те берега той же самой Волги, где-то, которых я там очень часто бываю, и я вижу и что-то в себя впитываю. И вот выразилось в такой работе. На этой выставке посетителям представляется уникальная возможность взглянуть на родной и такой знакомый город другими глазами и заново влюбиться в его улочки, проспекты и площади. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.